главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Узаконим приветствие. Верховная Рада хочет окончательно внести «Слава Украине» в устав ВСУ. За что еще голосовать будут? Пули и граната в Киеве. Неизвестные напали на дом судьи. Ранен полицейский. Что известно о преступлении? Трагедия на воде. В Запорожье перевернулся катер с местными чиновниками. Есть жертвы. Что стало причиной аварии? Да, но не считается. Жители Македонии на референдуме согласились изменить название страны. Почему голосование признали несостоявшимся? Узаконить приветствие «Слава Украине», рассмотреть языковые законы, переименовать две области, принять присягу членов ЦИК. С горем пополам, но нардепам все же удалось разобраться, чем заниматься на этой неделе. Однако споры до пересуды уже звучат по поводу свежеиспеченного госбюджета 2019. Какие замечания у депутатов, расскажет Ксения Барвиненко. План работы на неделю так и не стал для нардепов главной темой обсуждения. Каждая фракция говорила, так сказать, о наболевшем. Но все разговоры сводятся к бюджету на следующий год и доходам казны. В «Батьківщині», к примеру, считают, страна потеряет миллиарды, если не вынести на голосование их законопроект о запрете любых манипуляций с газотранспортной системой Украины. Заплановано продати, в лапках продати, а по сути злити собі ж самим за безцінь майже половину власності нашої газотранспортної системи, яка для того, щоб таку саму побудувати, потрібно витратити 300 мільярдів доларів. Я прошу голову Верховної Ради та всіх керівників фракцій проголосувати законопроект 8107, який внесла наша фракція, який забороняє будь-які маніпуляції з газотранспортною системою, з власністю на газотранспортну систему. Вона мусить залишитися абсолютно точно державною і приносити 3 мільярди доларів державі в рік. Стільки ж, скільки ми фінансуємо оборонний комплекс України. Яким буде госбюджет на наступний рік, поки не ясно. Документ ще розглядають в комітеті. Но фракції вже вносять за замечание. Так в БПП настаивают на увеличении финансирования армии. Фракция партии «Блок Петра Порошенко» перш за все підтримує фінансування сектору безпеки і оборони на рівні 210 мільярдів гривень. Але ми вважаємо, що не менше 3% має йти виключно на фінансування армії. Нагадаю, кто не хочет годувати власну армию, то и будет годувати чужу. В комитете соцполитики уже начали отказываться от голосования за документ в нынешней версии. У этом бюджете передбачено на 22% скоротить выдатки на поддержку пенсионеров, работников, селян, молодых семей субсидиями. Скоротити на 22%. Ми категорично не згодні з цією позицією. Цей бюджет, він є антисоціальним. Цей бюджет є бюджетом геноциду над найслабшими, найпростими людьми. Цей бюджет розрахований на хабарі великим агрокомпаніям, на хабарі великим енергетичним компаніям, на хабарі всім тим, хто може сьогодні дозволити нинішній владі утриматися у владі наступного року. На проблему пенсіонерів намагаються звернути увагу парламенту і радикали. Помимо цього, вони потребують повернути контроль за цінами на лікарства. Ключові проблеми, які хвилюють ветеранів. Перше – це вартість ліків. Драконівські ціни на ліки, внаслідок цього люди не мають можливості їх купувати. 4 мільйони українських пенсіонерів отримує пенсію 1500 гривень. Елементарна пачка ліків 200-300 гривень і на все інше вже нічого не залишається. Саме тому ми вимагаємо від уряду відновити державний контроль за цінами на ліки. А в «Апоблоке» добиваются возобновления выплат чернобыльцам. Утверждают, Кабмин до сих пор игнорирует решение Конституционного суда. Принято решение Конституционным судом по відновленню социальных выплат чернобыльцам, людям, которые пострадали от чернобыльской аварии, и уряд сам не выполняет это решение. Более того, мы подаем в закон 9019, наша фракция, по изменению до бюджета, для того, щоб надати можливість законодавчо закріпити це рішення, закон блокується в парламенті, не виноситься. І я бачу, що в наступному бюджеті, наступний рік, немає виконання рішень по виплатам ліквідаторам Чорнобильської аварії. Це ганебна річ, яка є продовженням цієї практики будування бюджету поліцейської держави з бідним населенням. Ми за такий бюджет не будемо голосувати, це ганьба.
І не може бути такий бюджет, в якому обрізаються соціальні виплати людям, які побудували країну. Тому ми будемо проти цього бюджету. Щоб не бути голословними, на засідання пригласили і представителі ветеранських організацій. Люди жалуються на непосильні тарифи і давлення місцевих властей. Необхідно уменьшити тарифи на газ, на світ, воду, на комунальні услуги. Це непосильні розрахунки, особливо в останні місяці змінилося. Перерахунки пенсії практично складають копійки для лиц, які ушли давно на пенсію. А всі ми знаємо, як зараз і сказали нам, що це лица, які підняли наше государство. Впрочем, за дискусіями нардепи все ж согласовали повестку дня. Почнуть роботу з нескольких соціальних законопроектів. В частності, о защиті дітей журналістів, які пострадали при виконанні професіональних обов'язків. Середа уже традиційно стане днем ратифікації міжнародних соглашень. А от в четверг планують розглянути одразу кілька законопроектів о мові. Вважаю закон про мову в Україні одним з ключових прерогатив на цю сесію. Нагадую, що зареєстровано 5 законопроєктів, але комітет пройшло 4 законопроєкти. І я планую, що в четвер, робочий день, ми розпочнемо, власне, з розгляду тих законопроєктів. Я буду сам наполягати на тому, щоб вони розглядались за повною процедурою. Возможно, на этой неделе примут присягу новые члены Центральной избирательной комиссии. Состав Центризбиркома обновили на прошлой пленарной неделе, а потому в ближайшие дни новые члены ЦИК должны принести присягу и начать работу. Кроме того, в Раде задумали переименовать две области – Кировоградскую в Крапивницкую и Днепропетровскую в Сечеславскую. Однако сначала эти предложения нардепы должны направить в Конституционный суд. Ксения Барвиненко, Иван Ермаков, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Киеву ничего не известно о переговорах России и США об освобождении Олега Сенцова. Об этом заявила представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. Ранее, напомню, российская пресса написала, что Москва якобы предлагает Вашингтону обменять Сенцова на российских граждан, осужденных в Штатах. Причем договариваться будут напрямую с Америкой, без участия Украины. Геращенко сообщила, что российская сторона блокирует процесс обмена пленными и за год не сделала ни одного шага к его ускорению. А сейчас Минск процесс осложнился из-за так называемых выборов на неподконтрольных территориях Донбасса. Робитимемо і далі все для того, щоб російська сторона по повні відповідала за те, що вона ні на крок за цей рік, за ці роки не просунулася в темі виконання Мінських угод. Ну і останнє, що хочу сказати, очевидно, що Мінський процес сьогодні знаходиться під великою загрозою, але в першу чергу через сценарій провести там незаконні, антиукраїнські, невизнані ніким в світі вибори. От официальных комментариев пока отказываются и в России. Им там заявляют об обмене, им пока ничего не известно. Напомню, Олег Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима за Полярным кругом. Он объявил бессрочную голодовку более 4 месяцев назад. Боевики на Донбассе ведут прицельный огонь. Сегодня 5 раз обстреливали позиции наших военных. Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Досталось бойцам в районе Песок и Водяного. Напряженная ситуация в районе Крымского. Там побывал наш военкор Игорь Левинок. Луганская область, окраины поселка Крымская, нулевые позиции украинского войска. Участок фронта, где наши солдаты углубились в линию укреплений противника и заняли господствующие высоты на левом берегу реки Северский Донец. Образовали опасный для врага плацдарм, который теперь для боевиков словно кость в горле. Противник ведет огонь у нас в основном вот по ячейке. Вот одна направление, второе направление идет. И вот третье. Украинцы укрепились и держат здесь почти круговую оборону. Боевики бьют с трех сторон. Не было и суток, чтобы этот участок не попадал во фронтовые сводки. В сентябре был перемирие. 1 сентября, ну, до 1 сентября поддержали, все 2 числа у нас уже было. БМП работает, 120 работает, АГС работает, утес работает, вот буквально вот напротив посадка есть. Ну тут оппозиции себе больше делают, подрывают что-то, подкапываются. Каждый день бывает подрывают столбы, делают себе оппозиции, ну они тут, от нас тут 600 метров. По вражеским обстрелам можно даже часы сверять. 19:30, только темнеет и над головой начинают свистеть пули. Голову нагинайте. А что? Просвистело.
Ночью обычно здесь начинается настоящая война. По соседней позиции боевики ударили из крупнокалиберных минометов. То, что происходит вокруг, без слов. Только под утро бой постепенно утихает. Наши могут немного передохнуть. На сон не более 6 часов. Отдыхают по сменам, от пулеметов ни на шаг. Солдаты здесь с разными судьбами. До войны почти все были гражданскими, но сейчас стали воинами. Это работа Дашки. В литейке работал, обрубщиком, мастером, замначальника цеха. На заводе, ну, да? Да. Буквально, допустим, дома у меня тоже все было. И машина, и деньги, и семья. Как бы, ну, по своему желанию пришел. Объяснить, почему пришел там или еще чего-то, ну, я не буду. Из Луганской области Игорь Левинок, Дмитрий Раскольников, Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер». Петр Порошенко вручил Орден Свободы бывшему французскому лидеру. Президент Украины поблагодарил Франсуа Олланда за участие в создании нормандского формата для разрешения конфликта на Донбассе. По словам главы государства, позиция Олланда в отношении российской агрессии всегда была последовательной. Он напомнил о решении Парижа отменить сделку по продаже кораблей типа «Мистраль» для российского флота. С точки зрения наших переговоров, зустрічі, візитів, контактів з Парижем і Берліном. І Ангела, і ти, Франсуа, говорили, що вони були одним із найбільш частіших саме з Україною і зі мною. І це є дуже доброю характеристикою нашої дружби, нашої довіри і в тому числі результативності нашої співпраці в багатьох сферах. Украинский вертолетный отряд миссии ООН в Конго приступил к очередному этапу работы. Задача наших миротворцев – переместиться в район действия боевиков на востоке страны. Как прошла операция, узнаем у Геннадия Вивденко. Задача Руслана – так называемое сшивание лопастей на боевом Ми-24. До сих пор погода здесь не позволяла выполнить полеты. Когда ветер, может быть, шторм, чтобы не поломал лопасти. Расчехлить где-то минут 10-15 занимает полностью подготовка. И готовы уже взлетать и работать. Да? Рядом конголезец, который представился как Саша, пытается объяснить, в чем заключается его работа. Да, я помогаю Украине, на Украине. А Украина без проблем, нету проблем. Я помощник. Чистишь, да? Чистить, да. Новый, VIP. Когда стало ясно, что погода не преподнесет сюрприза, украинская группа получила разрешение на вылет из аэропорта города Гома. И два вертолета Ми-8 отправились к базе индийских миротворцев. Задача украинской миссии на сегодня – это транспортировать 10 индийских бойцов, коллег, также из миссии ООН. Помимо того, несколько тонн грузов, другое селение. Вот здесь достаточно опасно, потому что с той стороны уже находятся боевики. Индийцы совершают боевое охранение украинских вертолетов. Это известное конголезское озеро Киву. По ту сторону в горах были замечены боевики. Средств ПВО у них нет, зато есть гранатометы, которые также могут быть опасны для украинских военных, транспортировщиков. Шива из Дели пристально следит за ситуацией на том берегу. Да, опасность существует. С той стороны есть те, кто называют себя повстанцами. Оттуда и могут напасть. С неба украинцев прикрывает боевой вертолет «Орикс» с миссии Южноафриканской республики. Индийцы быстро загружаются. Наша задача их перебросить на площадку Нианзале. Там они на протяжении какого-то времени, обычно это там неделя-две, выполняют патрульные действия, охранные действия. Если там есть какие-то боевики, то их поиск и при возможности обезвреживания. Командир индийского подразделения уже 4 месяца работает с нашим отрядом. Я считаю, что украинские пилоты самые профессиональные из тех, кто выполняет здесь миссию ООН. И я всегда предпочитаю работать именно с ними во время операции. Замечательные люди. Украино-индийская группа отправляется из поселка Саке в поселок Ниабиондо на востоке Конго. Здесь индийцы начнут обустраивать свою временную базу для ударной группы по противодействию бандам боевиков. Прибытие украинцев для местной детворы – настоящее зрелище. За несколько рейсов украинцы доставили сюда с 500 индийских бойцов, а также 3 тонны груза, боекомплект, генераторы и провизию. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин. Подробности. Телеканал «Интер» из Демократической Республики Конго.
Вооруженный налет с кровавым финалом в центре столицы. Преступники ворвались в один из домов в элитном районе, ограбили хозяина и скрылись, но тихо уйти не удалось. Все подробности знает Ирина Баглай. Этот район в центре столицы окрестили царским селом. Здесь в особняках проживают обеспеченные люди. Место достаточно тихое и, казалось бы, безопасное. Вообще, да, здесь часто полиция ездит, патрулирует. Но прошлой ночью на этом месте произошло дерзкое ограбление. К нападению преступники, очевидно, готовились. Они ждали хозяина дома у гаража. Когда он подъехал на машине и вышел, они напали и прострелили ему ноги. Вот до сих пор видны следы крови на асфальте. После этого сразу затащили его в дом. Мужчина-адвокат. Дома его ждали жена, судья Деснянского района Наталья Буша и маленький ребенок. Налетчики, угрожая пистолетом, закрыли ее и ребенка в туалете. Как Наталья сообщила журналистам судебно-юридической газеты, их было двое. Узнав код от сейфа, грабители забрали деньги, около 5000 долларов и драгоценное ожерелье. Уходя, нападающие хотели бросить гранату, но, по словам судьи, хозяйки дома, опасаясь за жизнь ребенка, она уговорила их не делать этого. В это время полиция получила сигнал о помощи. Этот переулок – единственный путь, по которому нападавшие могли скрыться. Они с награбленным побежали вниз, и там уже столкнулись с экипажем полиции. Началась перестрелка. Первыми огонь открыли налетчики, сообщают нацполиции. Один из полицейских получил ранение в ногу и туловище. Стан его зараз стабильный. Він перебуває на лікуванні у відділенні політравми, вже в звичайній палаті. Первинно він був госпіталізований, звісно, в відділення реанімації. У нього множинні вогнепальні поранення. К счастью, во время перестрелки не пострадал никто из прохожих, а вот преступникам удалось скрыться. По нашей информации от силовиков, нападавших было трое. Труп одного из них правоохранители позже нашли на соседней улице. Нам стало известно, что когда мужчина бросал гранату РГД-5, ему оторвало руку. Его личность устанавливают. На маршрутах відходу знайдено труп. Мы можем сказать впевнено, что это труп одного из злочинцев, которые скоили розбійний напад. В него вогнепальні поранення. Налетчики были вооружены до зубов. На месте был найден пистолет Макарова с глушителем и 9-миллиметровые патроны к нему. По всей видимости, из него и прострелили ноги хозяину дома, так как стрельбу соседи не слышали. На месте перестрелки найдены и гильзы от автомата Калашникова. Из него преступники отстреливались. Пострадавшая семья от комментариев отказалась. Неохотно на разговор соглашаются и соседи. Абонент не отвечает. Ничего, я только взрыв слыхал и все. А что соседи говорят, что было с этой ночью? Никто ничего не говорит. На поимку налетчиков брошены все силы. Патрульные экипажи и спецподразделения. В столице объявлена спецоперация «Гром». Главная версия – нападение с целью ограбления. Открыто два уголовных производства – разбой и посягательство на жизнь полицейского. Ирина Баглай, Сергей Еременко. Подробности. Телеканал «Интер». А вот в Одессе полиции удалось задержать сразу 25 вооруженных мужчин. По информации правоохранителей, все не местные жили в одном из хостелов. О подозрительных постояльцах в полицию сообщили бдительные граждане. Во время проверки у неизвестных обнаружили несколько десятков единиц оружия и патроны. Все официально зарегистрировано. Личности парней установили и отпустили. С какой целью они приехали в Одессу, правоохранители не сообщают. Зато местные журналисты выдвигают разные версии. По одной – ребят спортивного телосложения могли пригласить для участия в каких-то разборках в городе. В Запорожье на Днепре перевернулся катер с тремя людьми. Один человек погиб, еще один доставлен в реанимацию. Кто пострадавший и как все произошло, пытался узнать Сергей Бордюжа. Посреди Днепра несколько лодок местного рыбоохранного патруля. Что здесь делают, не говорят. Видео в интернет выложил один из очевидцев. Ого, хлопцы, а не багато алкоголю у вас у човні? Представьтесь, будь ласка, кто вы? Рибинспекция, я бачу. Хлопцы, а что это у вас човен робить тут? Повний алкоголю з ящиками. Как позже рассказали свидетели, такой ажиотаж вызвало серьезное ЧП. Из катера, который на большой скорости выполнял опасные маневры, выпали люди. Ну и в итоге чего? При резком повороте он как бы ударился в волну, и с него повыпадали люди. То есть два человека выпало за борт. Один человек утонул, его тело нашли только вечером. Второго вытащили из воды в крайне тяжелом состоянии. Просто катер, который продолжал работать, двигатель, он кружил на месте, ну как бы по кругу кружил и продолжал этих людей, на них наезжал и рубал их винтом. Их просто порубало.
Впоследствии стало известно, погибший полицейский, по предварительным данным, это заместитель начальника управления защиты экономики Павел Саварец. Пострадавший, которого доставили в областную больницу, начальник управления государственного агентства рыбного хозяйства Дмитрий Чайка. Пациент находится у нас в больнице, он находится в реанимационном отделении. Соответственно, делаем выводы, что состояние пациента средне-тяжелое. В полиции инцидент не комментируют, ссылаются на прокуратуру. Там, говорят, разбираются. Кто управлял лодкой, не знают. Розпочато кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил чинних на цьому судні. Ми не називаємо прізвище посад відповідно до таємниці досудового слідства. На территории управления рыбоохраны нас не пустили, а подчиненные делают вид, что АЧП с руководством ничего не знают. Ну, я пришел сюда, уже тесты сдал где-то полтора года назад, он уже был здесь. Нормальный человек, то есть, в принципе. Что делал в выходной день начальник Запорожского рыбоохранного патруля в компании полицейских и с большим количеством алкоголя, пока неизвестно. Я не утверждаю, что я видел, что кто-то употреблял алкогольные напитки, но то, что там было и как инспектора подъехали и перегрузили остаток этого спиртного и повезли на территорию рыбоохранного патруля. Кстати, современный катер приобрели прошлой зимой, как тогда писали, для эффективной борьбы с браконьерами. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер, Запорожье. Вернуться на родину. Украинец Эдвард Чикаш, заключенный в египетской тюрьме, обратился к президенту Украины и главе МИДа с просьбой решить вопрос о его возвращении домой. Об этом рассказали активисты «Стоп коррупции». В тюрьме житель Ужгорода находится уже 8-й год. Его обвинили в подготовке теракта. По словам общественников, состояние здоровья Чикаша в последнее время резко ухудшилось. Стан здоровья Чикаша позволяет говорити про те, що він має право на таке дострокове звільнення від покарання от саме у вигляді перебування в тюрмі. Тобто це був би такий самий найкращий компромісний варіант. Тут би і єгипетська сторона виглядала пристойно, тобто так, вони не переглядають цей вирок, вони його нам передають. І при цьому Україна їм дякує і Чикаш повертається додому. В Украине продолжаются антивенгерские нападки. Так, в Будапеште расценили внесение главы их МИДа Петера Сиярта в базу сайта «Миротворец». И подчеркнули, что обвинения в адрес министра не соответствуют действительности. Напомню, Сиярта попал в так называемое «чистилище» за покушение на суверенитет Украины и угрозы вооруженным вторжением. Это цитата. Но это еще не все заявления венгерского МИДа на сегодня. Там также считают, что в Украине не запрещено владеть паспортом другого государства, и украинцы не совершают преступления, когда не сообщают о наличии второго гражданства. Это заявление прозвучало на фоне недавнего скандала вокруг видео из венгерского консульства в Берегове Закарпатской области. На нем новые венгерские граждане с бокалом шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы. После этого глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то консулу Венгрии придется покинуть Украину. Македония провалила референдум об изменении названия страны, который должен был открыть ей путь к членству в ЕС и НАТО. Несмотря на результат 90% голосов «за», референдум нелегитимен, поскольку на участки пришли только треть избирателей. Как власти страны собираются действовать дальше, расскажет Елена Абрамович. С танцами и песнями отпраздновали провал референдума сторонники сохранения названия Македонии. Несмотря на то, что большинство граждан за вступление в ЕС и НАТО, изменение названия своей страны на Республика Северная Македония, по их словам, это слишком большая уступка Греции. Вообще люди за Европейский Союз и НАТО, но не любой ценой. Во время кампании нас агитировали голосовать за, подчеркивая европейские ценности и европейский образ жизни. Но если посмотреть на ситуацию за последние полтора года, люди, которые за этим стоят, не являются настоящими представителями этих ценностей. Оппоненты референдума призвали народ бойкотировать голосование, и на участки пришли лишь треть избирателей. А для легитимности волеизъявления нужна явка 50%. С другой стороны, более 90% голосов были «за». Именно на это делает упор премьер страны, который инициировал референдум. Он обещает все-таки вынести вопрос об изменении названия на голосование в парламент.
Я хотел бы попросить депутатов оппозиционной партии уважать демократическое решение большинства голосовавших. Другого пути нет, иначе нам нужно будет использовать в ближайшее время другой демократический инструмент – перевыборы. Оппозиционная партия, от голосования которой зависит результат, еще ранее заявляла, если явка будет ниже 50%, не поддержит переименование. Тем временем в Брюсселе приветствовали граждан, принявших участие в референдуме. Еврокомиссар по вопросам политики расширения Йоганнес Хан призвал политических лидеров Македонии уважать решение граждан, которые сказали «да» подавляющим большинством. Если же власти страны не доведут дело с изменением названия до конца, Греция, которая имеет одноименный регион и опасается территориальных претензий в будущем, продолжит блокировать принятие Македонии в НАТО и ЕС. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Полиция Москвы арестовала экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского. В отношении бывшего украинского чиновника возбуждено дело по статье о нападении на лица и учреждения, которые пользуются международной защитой. По версии следствия, в июне 2014 года он бросил камень в посольство России в Киеве. В мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра. Затор на трассе национального значения под Золотоношей Черкасской области местные жители перекрыли движение транспорта. Они требуют срочного ремонта дороги, проходящей через село. Чего добились, видел Станислав Кухарчук. На дороге из Гельмязова на Драбов Иван едва удерживает руль своей иномарки. Трасса территориального значения покрыта ямами, словно поверхность Луны. В таком состоянии она уже третий год, из-за чего 10 окрестных сел живут как в осаде. Це дивіться, бачите, на цій дорозі, це дуже цікава дорога. Мертві воскрешають, а живі можуть померти. Бачите, оце наша дорога до лікарні. Эта дорога на балансе областной службы автодорог. Местные жители уже не раз обращались туда, чтобы хотя бы ямы залатали. После прошлогоднего сюжета «Интера» работы начали. На 8 километрах трассы уложили не более 100 метров асфальта. А местным жителям пообещали закончить ремонт в 2018-м. Устав ждать, люди перекрыли трассу национального значения Черкасы-Киев. За несколько минут на дороге выстроились десятки фур и легковушек. Большинство водителей не понимают, почему именно они оказались заложниками борьбы с бездорожьем. А вы что, ей перекрыли эту дорогу? Чего? Да. Я 25 тысяч заплатил только за ходовую. И все же протестующие пошли на уступки. Стали пропускать фуры с опасным грузом, машины военных, рейсовые автобусы и скорые. Всем, кто торопился, предлагали отправиться в объезд по разбитой дороге через Гельмязов. О проведении акции протестующие предупреждали и полицию, и местную власть. Но к людям приехал только главный инженер облавтодора. В ответ на обвинение лишь разводит руками, мол, служба автодорог в этом году не выделила на ремонт 8-километрового участка ни копейки. На территориальной дороге в этом месяце было доведено 500 тысяч. Что мы начали делать дорогу Т-24-09? Качественного ремонта в данный час уже сделать не можем. Разблокировать трассу протестующие пообещали только после того, как получат письменные гарантии дорожников, хотя бы на ямочный ремонт. И своего добились. С 1 ноября областная служба автомобильных дорог обязалась начать ремонтные работы. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал «Интер». Черкасская область. В Закарпатье изъяли почти тонну янтаря. На таможенном посту Лужанка правоохранители задержали микроавтобус, которым управлял местный житель. Во время обыска обратили внимание на дорожные сумки. В них и обнаружили солнечный камень. Груз везли в Европу. Уже установлено, что переправлять контрабанду через границу помогал один из сотрудников таможни. По предварительным оценкам, стоимость изъятого янтаря на черном рынке составляет как минимум $1 миллион. В Германии обыски и аресты. Силовики задержали подозреваемых в создании террористической группировки «Революция Хемниц». Организация ультраправого толка готовила нападение на иностранцев. Подробнее расскажет Татьяна Лугунова.
Арестованы 6 человек, все задержанные мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Их подозревают в террористической деятельности, а точнее в создании организации ультраправого толка. Группировка, которую задержанные назвали «Революция Хемниц», по данным прокуратуры, готовила нападение и атаки на иностранцев, а также на политиков, которые публично и громко осуждали правый экстремизм. Эти аресты – реализация нашего принципа нулевой толерантности по отношению к правым радикалам и экстремистам. Поэтому правильно, что представители юстиции и силового блока сразу же предпринимают необходимые меры. Разоблачить группировку силовикам помог один из ее членов. Его арестовали еще в середине сентября за участие в беспорядках в Хемнице. По данным прокуратуры, члены организации пытались купить огнестрельное оружие. Свою первую атаку планировали на 3 октября. Это день немецкого единства. Все задержанные сегодня или завтра предстанут перед федеральным судом. Он примет решение о направлении их в следственный изолятор. Известно также, что арестованные участвовали в беспорядках в Хемнице. По данным СМИ, они нападали на иностранцев, применяя электрошокеры. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сегодня в Международный день пожилого человека. На акции возле Кабмина собрались десятки пенсионеров из разных регионов страны. Настроение у них совсем не праздничное. Свои требования митингующие изложили в обращении, которое передали правительству, а именно повышение пенсии, снижение тарифов и госрегулирование цен на лекарства. Поддержала активистов и нардеп Наталья Королевская. В следующем году только с середины года хотят на там, мизерные копейки поднять нашим пенсионерам пенсии, это неприемлемо. То, что и дальше продолжают отбирать льготы и компенсации сегодня у ветеранов, у пенсионеров, то, что они обманули всю страну с этой пенсионной реформой, и у людей просто отобрали право получать заработанную пенсию, безусловно, требование автоматически переназначить субсидию, понизить тарифы и ввести государственное регулирование цен на лекарства. Учитывая цены на продукты питания, учитывая коммунальные услуги с одной стороны и вот такие минимальные пенсии, сегодня речь идет практически о необходимости выживания наших людей. «Нафтогаз» сорвал суточное балансирование. НКРКУ в очередной раз вынуждена была перенести запуск информационной платформы. Выяснилось, что системная программа, разработанная «Укртрансгазом», не только технически несовершенна, но и небезопасна. Почему и как могут пострадать потребители, разбирались наши корреспонденты. Заседание НКРКУ. В преддверии запуска суточного балансирования исполняющий обязанности президента Укртрансгаза Андрей Хоменко сделал заявление. Вважаю за необхідно проінформувати про ризики впровадження добового балансування з 1 жовтня, які об'єктивно не залежать від акціонерного товариства Укртрансгаз. В срыве запуска управляющий Укртрансгазом решил обвинить газораспределительные магистрали. Якобы компании не предоставили полный список потребителей. Из-за этого не всех внесли в базу платформы. Впрочем, представители компании ГРМ утверждают, Хоменко лукавит. Операторы газораспределительных магистралей с конца прошлого года начали передавать базы данных потребителей газа в электронном виде с цифровой подписью. Причем Укртрансгаз сам подтвердил получение этой информации, но перенести ее на платформу так и не смогли. Информация по потребителям не внесена в полном объеме на платформу. Обязанность операторов ГРМ, обязанность внести данные в платформу, это спорный вопрос, не было законодательно закреплено, кто это должен был сделать. Операторы ГРМ не вносили данные, потому что платформа не сертифицирована, отсутствует электронная цифровая подпись. Информацию необходимо вносить только с наличием электронной цифровой подписи для защиты сведений потребителей. Впрочем, на заседании регулятора Андрей Хоменко выступил с инициативой отменить электронную цифровую подпись. К слову, в 2016 году Укртрансгаз инициировал эту процедуру защиты персональных данных абонентов. Мы будем выходить в самый ближайший час до регулятора с инициативой щодо того, чтобы мы не использовали взагалі единый электронный подпись при входе до системы и при внесении информации. В свою очередь, в региональной газовой компании утверждают, новая платформа не сможет функционировать без единой электронной подписи. Платформа, которая представлена сегодня, не обладает стабильной работой, не обладает достаточным функционалом для того, чтобы все участники рынка
реализовывали свои функции, которые предопределены законодательством. Поэтому это решение было ожидаемо, и основной ключевой задачей, которая остается на сегодняшний день, является защита персональных данных и той информации, которая заносится на платформу. Запустить информационную платформу, уверен Сергей Бондарь, можно только при полном сотрудничестве Укртрансгаза с предприятиями ГРМ. У региональной газовой компании есть опыт запуска подобной системы. Директор департамента утверждает, они готовы поделиться опытом. Укртрансгаз занял конструктивную позицию. Они действительно делают все, чтобы внедрить, но не надо быть большим специалистом, чтобы понимать, что такие программные продукты за два, даже за три месяца реализовать в рабочем порядке с нормальным функционалом просто невозможно. Да? Когда мы внедряли аналогичные программные продукты на своей группе компаний, это у нас заняло около 6 месяцев только внедрения, не считая разработку функционала. Запуск суточного балансирования НКРКУ перенесен на 1 декабря. До этого времени платформа запустится в тестовом режиме. А все участники газового рынка должны будут пройти обучение. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Нобелевскую премию по медицине вручили за достижения в области онкологии. Лауреатами стали ученые США и Японии Джеймс Эллисон и Тасуко Хондзё. Ученые показали, как различные стратегии торможения иммунной системы можно использовать для лечения рака. Нобелевская неделя стартовала в Швеции сегодня. Завтра вручат премию по физике, а в среду по химии. Лауреата премии мира традиционно объявят в Норвежском Осло 5 октября, а 8 в Стокгольме назовут обладателя награды по экономике. От вручения литературной премии в этом году решили отказаться из-за сексуального скандала в комитете, который определяет имя лауреата. Слово не воробей. Знаменитый бизнесмен Илон Маск лишится своего поста в компании. И все из-за неосторожного высказывания в Твиттере. Дмитрий Анопченко разобрался, как такое могло произойти. Если кто в американском бизнесе считался неприкасаемым, так это Илон Маск. Еще бы. Один из самых прогрессивных предпринимателей страны. Миллиардер, создатель Теслы и проекта SpaceX. Журнал Forbes отдал ему 21 место в списке самых могущественных людей мира. Но с американской бюрократической машиной даже он не смог тягаться. Оштрафован на 20 миллионов долларов. И еще столько же заплатит сама Тесла. Но главное не деньги. Маск должен покинуть пост главы совета директоров компании. И все это после одного только сообщения в Твиттере. Влиятельнейшая структура, американская комиссия по ценным бумагам, взъелась на бизнесмена и даже обвинила его в мошенничестве, когда он написал сообщение в соцсети, мол, готов выкупить акции своей компании, если уж акционеры им недовольны. Этот пост был скорее эмоциональным. От человека, создавшего Теслу, акционеры требуют немедленной прибыли. В то время как Маск готов терпеть убытки, вкладывая в будущее проекты и технологии, которым нужно время, чтобы выстрелить. Вот после очередной попытки его построить, он и написал в сердцах, мол, сделает компанию частной. Нашел для этого средства. Рассчитывал, видимо, на сговорчивость коллег, но простое сообщение в соцсети стоило ему должности. Маск останется в компании, но минимум на 3 года там назначат независимого главу совета директоров. В его состав введут еще 2 человек, не связанных с бизнесменом, а его личные сообщения возьмут под контроль. И все это заставило прессу сейчас говорить, писать и спорить. Мол, сообщения Илона Маска только на рынок влияют, а то, что Трамп в Твиттере пишет, на всю страну, да и на весь мир. И раз уж законы такие жесткие, может быть и президента сейчас ограничить? Ведь президент твитит сам, никому не доверяя свои сообщения править. И даже ближайшие помощники о многих его решениях узнают из соцсети. Предложение назначить модератора провалилось. На любые попытки его контролировать Трамп реагирует с обидой. Но ограничить его разве что Конгресс может. Да и то уже после выборов. И только в случае, если демократы смогут взять реванш и сформировать в Конгрессе большинство. А случится ли это? Большой вопрос. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала «Интер». Ушел из жизни известный французский композитор, поэт и шансонье Шарль Азнавур. О смерти 94-летнего исполнителя сообщили его представители. Азнавур умер в своем доме на юге Франции. Причина смерти пока неизвестна. За свою карьеру музыкант записал более 1000 песен и около 100 альбомов. В 1998 был признан самым популярным эстрадным исполнителем века. 20 октября Азнавур должен был приехать с концертом в украинскую столицу. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.